Главная задача летней оздоровительной кампании 2021 года – обеспечить интересный, разнообразный и, что самое главное, безопасный отдых для всех славянских школьников. В этом году в течение каникул должны полноценно отдохнуть около 13 тысяч ребят. То, как организован отдых, насколько он безопасен для детей, соблюдается ли план мероприятий, в ежедневном режиме проверяет межведомственная комиссия. На этой неделе проверяющие побывали в Ачуевском сельском поселении. О результатах их проверки смотрите в следующем материале выпуска. Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха и оздоровления детей, в состав которой входят представители Управления образования, физкультуры и спорта, культуры, молодежи и Управления по вопросам семьи и детства, в ежедневном режиме проводит комплексные проверки организации летнего детского отдыха в поселениях. В Ачуевском сельском поселении проживает более 100 детей. Спортивные и досуговые площадки посещает около 20 ребят школьного возраста. На территории Ачуевского сельского поселения в летний период открыто к работе две детских игровых площадки. Это село Ачуево и хутор Слободка. Работает спортивная площадка в вечернее время. Также администрацией поселения проводится трудоустройство несовершеннолетних на период летних каникул. Работа по организации летнего отдыха детей интересная и творческая, но требующая неукоснительного соблюдения многих инструкций, которые направлены на то, чтобы создать для ребят комфортные и безопасные условия отдыха. Именно поэтому одним из важных составляющих работы комиссии является проверка всей документации, касающейся летней оздоровительной кампании, а также состояние спортивных и досуговых площадок. Специалисты узких направленностей досматривают спортивные площадки, специалисты управления образования осматривают места купания и отдыха, наличие табличек, запрещающих знаков в местах несанкционированного купания, также отслеживают всю документацию сельских поселений по, значит, проверке мест несанкционированного купания, потому что главная задача летнего отдыха – это, конечно же, безопасность. Вопросам безопасности действительно уделяют первостепенное внимание. В рамках проверки обязательно посещают места несанкционированного купания, проверяют наличие запрещающих знаков. В Ачуевском сельском поселении есть только один безопасный и проверенный пляж. Это территория пляжа кемпинга «Оазис». Остальные места запрещены для купания. Однако ни наличие знаков, ни антисанитария, которую, кстати, оставляют после себя сами отдыхающие, не останавливает желающих покупаться в непроверенном месте. В прошлом году здесь уже случилась трагедия. Утонул ребенок. Видимо, эта история не стала уроком. Побережье вновь заполнено людьми. В Ачуевском сельском поселении для борьбы с такими нарушителями организована работа рейдовых групп, которые будут выявлять отдыхающих, купающихся в запрещенных местах и составлять на них административные протоколы. Может, хоть угроза заплатить штраф остановит безответственных отдыхающих и тем самым сохранит им жизнь. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».